Как потом сам признается болгарский министр, радушная встреча у въезда в город с хлебом с солью и бокалом красного вина приятно удивила его. Поспешное возложение цветов памятнику болгарского военного деятеля Олимпия Панова, за ним встреча с активом города и района в малом зале Дома культуры. Председатель района постарался как можно короче изложить основные наболевшие вопросы министру Болгарии. Бюджета недополучил 2012 година. 2 мільйони 800 архів ділеє на ізвучаване та на майчення язик болгарське і на літературу, історія і традиції. Ні імах ми протистояння зі центральної власті. Половина година, 2 місяці у тях 5 не фінансовані. Финансовые трудности испытывает вся Европа, ответил Кристиан Вигенин. Однако от европейского вектора Молдове не стоит уклоняться, считает министр. Болгария, знаете, Болгария, трудности, которые испытываем и сега, отношение на финансите, бюджета. И вчера коментирахме, че сега ще трябва и нови разходи да се съкръщава за да може да се предвидят повече средства за социални разходи, за образование, за здравеопазване. България ще продължи да подпомага. Рассказал глава района министру иностранных дел и об угрозе, нависшей над сохранением целостности Центра болгарской культуры. Децентрализация скрыта. Голяма опасность за наш район, за него сохранение, что в 2015 году, когда же будут избори, все эти службы по Манинку уже будут прикараны в Кабул, так называемые уезды. Наша молба за придавание на статус на район Тараклия, национально-культурный район Тараклия. Министр иностранных дел Болгарской республики заверил гостей и администрацию, что район будет сохранен, по крайней мере, в ближайшее время. Вопрос о запазването на Тараклийския район вчера беше поставен от мен във всичките ми срещи с външни министр, с премиера, председателя на Народното събрание, т.е. как се казва парламента, председателя на парламента, от когото, впрочем, познавам от доста време, в друго качество. И като цяло получих уверенията, че няма такива планове за присъединяването на Тараклийския район към по-голям район, т.е. административната реформа поне на този етап формално не предвижда такова нещо. В рамках своего визита министр иностранных дел посетил также Тараклийский государственный университет, где вручил исполняющий обязанности ректора медаль за заслуги и народное читалище имени Олимпия Панова. Такая же медаль была вручена и его директору.